Записывается слайд-шоу. Поздравления главного охотоведа России Валерия Петровича Кузенкова с днем рождения, 61 год ему в этом году. В прошлом году делала ему поздравления также от его коллег, друзей на 60-летие. Не менее объемное, сложное получилось слайд-шоу, интересное. Все остались довольны, и я, в свою очередь, тоже рада, что всем понравилось. Использовались интересные моменты, стихи, например, накладывали, слова какие-то подчеркивали. Ну и из кинофильмов на Хромакее потом были вырезки. Вот Шурик у нас здесь присутствует, «Бриллиантовой руки», что в свою очередь из кино нарезки. Там говорят, замечательный или хороший человек. И Миронов тоже про великого человека говорит. Вот тут тост говорит. Поэтому все это очень получилось интересно. Сам Валуев входит в их состав охотников. Вот она, троица. Поэтому поздравления от Валуева тоже есть. Стихи, ребята, стих записали, и каждый по строчке говорил. Тоже очень интересно получилось соединить. Вот оригинально тоже человек в лодке открывает шампанское, поздравляет. Вот. Ну и завершение тоже стих про великого человека. С днем рождения!